Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 7 на странице 51. Рабочей тетради по русскому языку для первого класса автора Канакиной. Прочитай, соедини линии части каждой пословицы. Где снег, там и след. Был бы пирог, будет и едок. Кто ленив, тот и сонлив. Запиши пословицы. Ну, одна из пословиц уже записана. Был бы пирог, будет и едок. Записываем следующую пословицу. Где снег? За главной буквой пишем. Где? Снег. Запятая. Там и след. И следом. Точка. Следующая пословица. За главной буквой пишем. Кто? Ленив. Запятая. Тот и раздельно. Сон. Лив. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.